В эфире телеканала «Первый Карагандинские новости», в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Карагандинских экологов наградили почетными грамотами и ведомственными наградами. Работники сферы охраны окружающей среды отметили 30-летие со дня создания органов экологии. Казахстанские военнослужащие проходят усиленную подготовку в учебном центре «Спасск». Через несколько недель они примут участие в международном конкурсе «Воин Содружества», который пройдет в Армении. Кусочек Индии в Караганде. Весь июнь у карагандинцев есть возможность приобрести уникальные товары по самым приемлемым ценам. В областном акимате прошел торжественный прием, на котором наградили работников сферы экологии Карагандинской области. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню защиты окружающей среды и 30-летию экологической службы. Десятки приглашенных гостей наградили грамотами, медалями и благодарственными письмами от имени акима области, министра энергетики и руководителя департамента экологии. Галина Гребенникова проработала в сфере экологии 36 лет. Свою трудовую деятельность Галина Александровна начала учителем химии в школе. Позже трудилась в бассейновой инспекции, а до выхода на пенсию занимала должность начальника экологической лаборатории Караганды. Сегодня ее в числе 6 ветеранов департамента экологии пригласили на торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию экологической службы страны. Эта круглая дата стала поводом для того, чтобы наградить тех, кто стоял у истоков создания системы органов охраны окружающей среды. Галина Гребенникова считает, что юбилейная медаль – это общая заслуга ее коллег. Это высокая честь, это высокая оценка моего труда, но в моем лице оценка работы всех сотрудников лаборатории карагандинской экологии, которые работали вместе со мной. На мероприятии собрались более 90 человек. Это люди, которые в той или иной мере внесли свою лепту в развитие экологической сферы Казахстана. Сегодня приглашены ветераны экологической службы, специалисты департамента экологии, преподаватели университетов, как Карагандинский университет Казпотребсоюза, университет государственный технический КарГТУ. Также представители общественных организаций, ну, конечно же, природопользователи и все, кто стоит на страже охраны окружающей среды. В честь 30-летнего юбилея экологической службы Казахстана почетными грамотами от имени акима области Ерлана Кошанова были награждены 6 человек. Медали по приказу министра энергетики Каната Бозумбаева вручили 20 участникам торжественного мероприятия. Почетные грамоты от имени министра энергетики получили еще 2 специалиста. Отдельными грамотами от лица руководителя департамента экологии наградили 11 гостей. Столько же получили благодарственные письма. 11 ветеранам вручили памятные подарки. Тожан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде убирают нелегальные батуты. Специально созданная комиссия уже проинспектировала скверы в 2 районах города – имени Казбекби и Октябрьска. Городские власти заявляют, что этот вид детского развлечения является небезопасным. Руководство управления парками заявило, что батутам не место в скверах города. Если раньше управление подписывало договоры с их владельцами, то после многочисленных жалоб от жителей близлежащих домов прекратило заключать соглашение. Однако некоторым предпринимателям все нипочем. Они продолжают вести здесь свою деятельность, правда, уже незаконно. По инициативе управления создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители акимата, налоговых органов, местной полицейской службы. Эта комиссия и занялась ликвидацией нелегальных батутов. Эта же комиссия намерена проверить также уличных продавцов мороженого. В управлении заявляют, что подобные рейды будут проводиться на протяжении всего лета. В поддержку местного товаропроизводителя. На площадке областной палаты предпринимателей состоялся круглый стол с участием проектных организаций и местных производителей. На повестке стоял вопрос по обеспечению максимального включения продукции местных производителей в проектно-сметные документации проектных организаций на строительно-монтажные работы. Не так давно Министерство национальной экономики Казахстана выпустило приказ, согласно которому при строительстве объектов за счет бюджетных средств обязательно должна использоваться продукция местных производителей. Об этом сообщил председатель комитета строительства региональной палаты предпринимателей Тульген Ашимов. Правда, есть одна оговорка – с учетом международных обязательств.
безопасность нашего государства, его международные обязательства, они выше внутренних требований. Тут спору нету. Но мы должны сейчас с вами, вот, как это, заказчики, проектировщики, прийти к какому-то единому мнению. Потому что, я говорю, местный товаропроизводитель – это тот человек, который платит налоги в местный бюджет. Я сам вот депутат, я знаю, как тяжело эти налоги собираются. Налог на землю, как говорится, и налог на недвижимость, который они оплачивают. Это все идут в местный бюджет. Это наши дороги, это наши школы, это наши дети. Вот давай начинать с этой стороны думать. Я понимаю, конечно, что особенно государственные служащие, они должны соблюдать четко закон. Но вы нам подскажите, где тут, как говорится, собака зарыта. В областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства заявили, что уже несколько лет, еще на стадии проектирования, подразумевается привлечение местных компаний. Проблема в том, что проект, к примеру, рассчитан на 3 года, а цены за это время могут измениться в разы. Пока ждет пройдет всю эту процедуру, год пройдет, два, например, скажем, на третий год реализуется, это риск отличия есть. То есть уже, то есть вот это вот, мы тоже говорили, вот комитет по делам строительства были на совещании, чтобы как-то нужно этот вопрос решать, в том смысле, что при реализации применить местные материалы, они уже отстают. То есть если на 3 года действует этот проект рабочий, то цены, которые 2017 года, скажем, в 2019 реализуются, то есть отличия есть. Обсуждая казахстанское содержание в строительстве, участники круглого стола затронули тему проектирования новых объектов и участия в этом процессе местных фирм. Обсудили также пресловутые тендеры и недобросовестных подрядчиков, которые своими действиями бросают тень на всех местных строителей. У нас тендераты выигрывают те, кто дешевле дали. Не тот, кто может лучше построить, а тот, кто дешевле дал. Он сначала дает дешевую цену, а потом ему как-то выгребать-то надо. И он начинает менять качественные материалы, которые заложены в проекты, причем пересогласовывают часто и с проектировщиками тоже, не знаю, может быть, за мзду они подписывают, я не знаю как. Но пересогласовывают на более дешевые материалы, соответственно, менее качественные. В настоящее время Палата предпринимателей завела реестр актуализации местных товаропроизводителей. А данный круглый стол даст еще одну возможность для увеличения доли местного содержания, считают организаторы. В завершении встречи директор Палаты предпринимателей Ернар Кульпиисов отметил, что все предложения и озвученные проблемы будут рассмотрены и вынесены на работу специальной комиссии. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде завершилась республиканская конференция «Казахстанский патриотизм. Исторический опыт и современные проблемы». Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангру» и празднованию 20-летнего юбилея Астаны. Объектом исследования на конференции стал казахстанский патриотизм, а точнее влияющие на него факторы. Республиканская конференция проходила в 3 направлениях. Героическое прошлое народов Казахстана, молодежное движение, а также изучение культурного наследия как основы формирования казахстанского патриотизма. В работе конференции приняли участие ученые и руководители архивов. В ходе мероприятия участники сумели определить дальнейшие задачи. Это в первую очередь мы должны сотрудничать с высшими учебными заведениями, со школами, с музеями, библиотеками. И, конечно же, должны в дальнейшем создавать единую какую-то программу в рамках «Рухани Жангру». Вопросам воспитания патриотизма в стенах университетов уделили особое внимание, так как именно в образовательных учреждениях закладывается фундамент успешного молодого поколения. Своим богатым опытом формирования патриотизма поделились представители ведущих вузов региона. Нурсултан Абишевич Назарбаев в 5 инициативах хорошо это озвучил, и мы все вот эти положения
внедряем на кураторских часах. А также мы уже провели, вот интересно то, что технический вуз мы провели уже республиканские конференции в Тюлюби, Казбекби, столетию Алаш движению, а также вот недавно буквально такую конференцию провели на высоком уровне 350-летию Бухар-Жырау. В рамках конференции состоялась выставка под названием «Общество. Архив. История». Были показаны фильмы и слайды из фонда Государственного архива Карагандинской области. Необходимо выделить, что материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей и докладов конференции. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. На базе войсковой части 36-352 учебного центра «Спасск» полным ходом идет подготовка сборной команды военнослужащих для участия в международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин-содружество». Соревнование, запланированное в рамках международных армейских игр, пройдет в Армении. В конкурсе «Воин-содружество» казахстанские военнослужащие принимают участие с момента основания. Это без малого 9 лет. В программе соревнования 5 этапов. Военно-спортивные дисциплины, атлет, профессионал включают полосу препятствий, бег на различные дистанции, метание гранат и силовые упражнения. Сегодня в учебном центре «Спасск» тренируется сборная команда страны. Среди тех, кто прошел все отборочные туры, курсант 3-го курса военного института «Багдад Амен». В данном соревновании участвую первый раз. На данный момент мы готовимся к международному соревнованию «Воин-содружество» в рамках армейских игр. И мы в дальнейшем покажем высокие результаты и поднимем наш флаг. В ходе физической подготовки для повышения выносливости отрабатывается бег на средние и длинные дистанции, а для повышения скорости – техника старта. По каждому упражнению инструкторами ежедневно проводятся интенсивные тренировки. Они включают в себя пошаговую отработку каждого элемента, выявление и устранение ошибок, наращивание результатов. Особую изюминку придает творческий этап «Кавалер-сударыня». Курсанты будут выступать в самых разных жанрах – вокал, танцы и даже театральные постановки. За подготовку творческого этапа отвечают профессиональные хореографы и вокалисты. Ребятам очень тяжело после поля. Бег с препятствиями, они бегают, получается, с оружием. И после этого приходить в зал и под музыку начать танцевать, это, конечно, очень сложно. В этом плане, конечно, ребята молодцы. Соревнования «Воин-содружество» в рамках международных армейских игр пройдут этим летом в Армении. Казахстанская команда всегда показывала высокие результаты. Командование уверено, что и в этот раз участники гордо пронесут высокое звание казахстанского военнослужащего. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Надежная ли военная техника и готова ли выехать на выполнение любого задания? Ежегодный технический смотр состоялся в войсковой части 6505 Национальной гвардии. Командование проверяло не только технику, но и подготовку офицеров и водителей. О результатах смотра в нашем следующем репортаже. На исправность и укомплектованность проверили военную технику, вооружение, инженерное имущество, имущество радиохимической и бактериологической защиты и средств связи. К техническому смотру военнослужащие готовились основательно. Ежегодный смотр техники проходил в стенах войсковой части 6505 Национальной гвардии. По результатам проверки вся техника находится в рабочем состоянии и готова выехать на выполнение любого задания. Боевая готовность части во многом зависит и способность техники своевременно доставить нечистот назначенный участок. Сегодня мы должны показать не только готовность техники, но и подготовку офицеров и водителей состава. Год профессионализма мы должны проявить свое мастерство, военную выучку и специальный профессионализм каждого военнослужащего. По словам специалистов, если в транспортном средстве обнаружат более 10% нарушений, то оценка будет неудовлетворительной. А вот за положительную оценку военнослужащих ждут поощрения в виде грамот и благодарственных писем. Цель сегодняшнего проведения годового технического осмотра – это проверка боевой готовности вооружения автомобильной техники, его наличие, состояние, техническое состояние, укомплектованность, готовность личного состава офицеров, военнослужащих по контракту к эксплуатации данной техники вооружения.
представлены все автомобильные техники боевой группы, транспортной группы, строевой группы эксплуатации. Это легковые, грузовые машины, специальные машины. Основными задачами годового технического смотра является подготовка военной техники к работе, поддержание боевой готовности. Стоит отметить, что боевая готовность подразделений Национальной гвардии во многом зависит и от способности техники своевременно доставить личный состав в назначенный участок. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кусочек Индии в Караганде. В шахтерской столице проходит индийская выставка-ярмарка. Весь июнь у карагандинцев есть возможность приобрести уникальные товары по самым приемлемым ценам. Индийская выставка-ярмарка товаров проходит в Караганде не впервые. Раз в 3 года организаторы выставки посещают шахтерскую столицу, чтобы представить вниманию жителей и гостей города все лучшее, что есть в стране контрастов. Здесь даже самый взыскательный покупатель найдет то, что ему по душе. На обозрение посетителей представлены уникальные предметы декора, одежда самых ярких расцветок и необычного дизайна, ювелирные украшения, лечебная косметика, прославленный индийский чай и многое другое. Наша тема то, что у нас, во-первых, большой ассортимент, это во-первых. Во-вторых, у нас все из Индии. А в-третьих, у нас представлена, получается, мебель натуральная, индийская, ручной работы. Также, получается, вещи, очень много разной косметики, камни, Тибет идут. Индия известна всему миру как необычайно загадочная красивая страна. Издревле товары из Индии славились высоким качеством и приемлемой ценой. Поэтому индийская выставка вызывает неизменный интерес горожан. Ну, до сих пор товары из Индии меня не подводили. Качество у них высокое. Если к ним бережно относиться, бережно ухаживать, машинку не закидывать. А также радуют расцветки и радует большой ассортимент украшений. Ну, с большим уважением отношусь к индийским украшениям. Люблю камни в серебре. Данную выставку стоит посетить тем, кто питает неподдельный интерес к экзотическому шопингу и желает оказаться в торговых кварталах мегаполисов Индии. Выставка-ярмарка проходит на рынке Алтын-Арба. Режим работы ежедневно с 10 до 8. Выставка продлится до 24 июня. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганда чествует своих чемпионов. Бимбет Канжанов стал победителем международного турнира по самбо «Грин при Париж». Айден Дартаев занял 1-е место на международном турнире по казах-крюсе памяти Кажмукана Мунайтпасова. Чемпионов поздравили в областном управлении физкультуры и спорта. Участковый инспектор из Осакаровского района Бимбет Канжанов завоевал 1-е место в самбо на международном турнире «Гран-при Париж». Соревнования проходили в конце мая на стадионе «Шарлетти». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 17 стран. Бимбет Канжанов стал победителем в весовой категории 57 килограмм. Ну, Бимбет мы уже не удивляемся, потому что он на всех высоких стартах, у него каких только титулов нет. Все имеются в виду кубки, все чемпионаты международного уровня, все мы знаем, что он всегда у нас завоевывает только самые высокие места. Поэтому мы хотели бы от управления спорта, конечно, это официально сегодня как раз встретиться и поздравить. Еще один чемпион – мастер спорта международного класса по самбо Айдын Дартаев. Он стал победителем самого престижного международного турнира по казахша-куре с памяти Кажимукана Мунайтбасова. Соревнования проходили в Южно-Казахстанской области. Думаю, финальная встреча была самой сложной, потому что я вышел и сразу на этот, на прям как джатлай называется там. Пол победы. На этот бросок, на эту оценку я упал, и сложно было догнать и дальше опередить его. Ну, как бы вот с финальной встречи и за финал то же самое. Чемпионам вручили благодарственные письма, а также сертификаты на 100 тысяч тенге от борцовского клуба «Заккар». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных, Амансова Булмустар.